Вот вдоль этого хребта этого идти будет полянка. Перед поляной, после полянки он торчит РЛС. По мне, блин! Ладно. Конец Альфе. На лежи, не двигайся. Сейчас сами придут. Они все туда стащились. Дичь. Ой, своих уже можешь умолять. Ну, Светана, как всегда. Гейминг свой. Уже строй выходит. Пойдешь? Ну, 100 метров.
Все. Ах, жесть. Да. Ты тут? ПЗ? Да. Она прям передо мной, да, похоже, стояла. Да. Ты ее не видел, что ли? Не, я знал то, что она приехала, я... А ты лежал перед... Когда она еще до того, как последний раз сместилась, перед этим она стояла, что-то не стреляла. Не знал, какая дальность. Я бы скорее бы всего не попал. А... Там мне... Ну как, просто бампер и башня была, и все. Понятно. Ну она увидела. Ноги. Так, смотри, мы настащили на себя все, практически всю сторону. Не все туда сбежали, скрылись. Так, сметана? Да. Понятно. Ну там толпа целая. Ну не знаю, я им дал все инфу, то что... Да, ты там вроде одного или двух убил. Нет, они друг друга стреляли вообще. А, ну я видел, да. Я там одного уже успел добить. Да. Скорее всего, в других отрядах может быть, нет? Да. Тут бэху так оставили, эта печалька. Опа. Там да они уже РПГшку подобрали. Что, ты не наш раз? Нет. Дарк на забэха переехала. Что за упоры такие? Еще кто-то, наверное. Махно. Они своих переехали. Да, так, я так все понял. Кто? У нас оккупант еще живой. Оккупант, получается, своего же, да? Ага. Понятно. Ну вот альфы нет практически. Зато браво и... Что там у нас еще? И чарли. Да. Практически без сопротивления сейчас зайдут.
Да его там и так нету. Ну, может быть, один сидит где-нибудь. Ну. Ну, вправо вообще никого нет. Они туда зайдут и все. Ну, сейчас как раз зайти, но они не знают, что никого нет. Это и печально. Че без оккупант не стреляет, блин, он смотрит на чувака прям вот в упор и не стрелял. Или он думает, что еще там есть? Своих валят, врагов не бьет. Причем я его видел, он меня видел, я его предупредил. Зайдет прям между ними в центр и все, и у него вариантов не будет. Сейчас оккупанту в гости не нравится. Ну там толпа целая к нему идет, ну. Мимо него прям толпы. Да-да-да. Увидит, не увидит? Или тоже не увидит? Прям по нему сейчас пройдут. Как... О, он отвернулся даже, еще предусмотрел. А, ясно. Ой-ой-ой. И сейчас стреляет. Да ладно. Ну? Не, видит, видит. Да я понял, что видит. Просто. Эй! Что это было только что? Я не знаю. Это он работает на украинцев. Ему проплатили, короче. Прыгает. Да. Положил весь отряд, наверное. Ему просто газа много обещали. Да. Эх, оккупант, оккупант. Ник как раз у него. А тем временем кто-то на бета... А, бетер заехал в зону. Ух ты. Я вообще сейчас это военный. Живой. Что-то с усталостью какая-то беда. Заходишь в елку, отдыхаешь. Уже следующую елку снова отдыхаешь. Да, заедьте вы куда-нибудь, сейчас горит еще очень какая-то. Бахи не доложили, значит, она стоит. Поехала. Поехала, поехала, ё-моё. Тут сгорело.
Оккупант снова вклинился к врагам. Ой! Оккупант, прошу прощения. Капец, перед тобой целый отряд пробивал, как не увидел. Я вообще не видел никого. Вообще никого не видел? Мне показалось, там кто-то промелькнул, блин. А вот сейчас ты бегал, вот сейчас в кустах, кто-то делал, там в елках, ничего, нормально, то есть это... Ну. Когда ты между камней лежал, просто смотрел на елку. Это же враг был. Да. Блин, а я думал, это свои формы. Нет, это враг. Блин. Это все враги бегали у тебя перед тобой. Я бы, блин, положил там целую пачку, я понял. Да, это все враги, ты один там был вообще. Вот. Убил одного своего, и все, ты остался один, и у тебя куча народу бегала. Понял. Ну, блин. Я форму не просто, я по форме... У нас такая немножко травяного цвета, да? У нас темно-зеленая такая, насыщенная, у нас более пятнистая. А я еще смотрю, они там тройка или сколько там было. Я думаю, свои идем, как бы. Со стопами еще не крепко. Ну я молчал. Не, я поменял это частоту. Ару, никто не откликается. Сейчас БХ сожжет наш. Да, мог бы отличиться. Я вообще не стал стрелять по БМП. Да, да. Но зато мы народу туда стащили очень много. Правда, они же сейчас ушли оттуда. Кто-то там уже пришёл. Да. Чё это чё было? БМП было. Так мы её сожгли. Махана. Нет. Ну как вы её сожгли? Она была вообще... Сожгли. О, она же БМП. Вы сожгли Зуху на базе Кышемки. Мы придумывали всякие техники. Кстати, почему у синих не было гранатомета? На ком? У синих. Так, Аляска, залеги. Прошу прощения. Гранатометов вообще не было? Ну да, есть только помощники гранатометчика со снарядами. Ну это глюки какие-то, наверное, авторы. И у нас на старте правильно стоят трое красных. Ну это для показать, как выглядит враг. Своих не валили, но это не помогает. Все, короче, я думаю, да, смотришь, конечно... думаешь, это свои. Дальше будет нефтеперерабатывающий. Ну, народу многовато для нефтеперерабатывающего, на 25 слотов, но больше. Сейчас я это делаю. Да не, ну своих. Как своих валят? Охереть. Рексара валят свои. БМП свои? Смешно. Ко мне в спину зашли. А у вас радиообмена никакого нет, что ли? Вот, мать, засранец. Все рандомки. Его же спросили, это, какой КП захвачен? Он говорит, они противоположной стороны. То есть, захватывают запад, это значит, захватили восток. Там становится красным восток, это значит, захватили запад. Получается, все по правилам. А этот... Блин, лежу возле красной зоны, уже думаю, наверное, вот там синюю взять. А? Не знаю, не понял. Ну, это, наверное, нуклеир, автор нуклеир, он мне тогда... Просто была первая версия, она именно такая глючная, потом меня он скинул, но я не запомнил, скидывал он мне, то есть... Я ничего не правил, было как вот он делал, так и делал. Значит, он поправил, потому что значит, он поправил, захватили запад, значит, да, в натуре я запад уже вижу.
То есть остался взорвать РЛС и захватить это. Ну-ка, я не понял, а кто меня-то убил? А кто на Зушке сидит из наших? Ну вот я смотрю, никого не вижу. Зушка сгорела же. Зушка сгорела. А, у нас, подождите, у нас БМПшка еще одна есть. Да. А, ну это просто БМПшка, которая возле РЛС. Бисмут, Бисмут. У меня чего-то такого прям накрыло. Бисмут, Бисмут это был, Бисмут. В БМПшке. Ну да, он же там сидит. Только я не знаю, ноги ломает. Он водителем или стрелком, или он только он там сейчас. Он стрелок. Ну хорош, на сметке стоят, блин, ну, он по нам отработал. Он один там. У нас просто не было связи, реально. Мы из Бэха пытались как-то связь найти. Блин, а что, частоты не ставили? Нет, не ставили, вот так ходили, рандомили все. Всем насрать было на частоты. Сначала сказали, сидим на одной, потом сидим на другой. Ага, потом общаемся конце, только на ДВ. В конце я такой уже с двумя рациями сижу, такой именно это. Одной на пятой, другой на своей, второй там, короче. Одно, другое. Ладно. Нас, мы зашли первыми, высадились на вертолете. Нас там приняло целое отделение. Паша, откуда 7 вертушек, а? Это задумка автора, просто такое вот. Чтоб страшно было. Мы как увидели, как обосрались. Со всем Ми-24 летят. Да-да. Всё в кана. 7 штук, ладно бы 2-3, ну блин, 7 штук. Да я тоже увидел, думаю, что-то не то. Спитер, ты вообще сейчас этот метку поставил высоки. Ой, Спитер, я этот позови. Да, посмотри справа. А после Депфора или как-то? Да, на потом на Бэху поставили в общий чат. Не, после Декфора на отделение сделал, пишет, ПЗУ умер и прочее. Я поставил на дополнительный, кто-то удалил мою метку из своих. Я в бою поставил снова, потом увидел, что я поставил в общий, удалил и поставил нормально. Иванчик, мы уже успели продублировать. Да он же мертв, по-моему. А они, кстати, тоже ставили на себя в общий. Не вижу Иванчика. Иванчик как-то. Иванчик. Нет, он еще живой. Это, сбежал. Он без сознания. Не, показывал бы. Нет, он у меня мертвый в списке живых, или нет? Не, он живой показывается. Подчеркнул. А, да, он в синих в этом, блин, сидит. Вот чё Бисмут уехал с позиции? Сейчас, блин, пойдет целое отделение. Чё Бисмут по мне и по Иванчику отработал? Вот в чём он это? Почему он это сделал? Да, хрен его знает. Перепутал форму, может быть. Не, ну, мне на берегу издалека не видно, непонятно, да, что это вообще за человек в одежде лежит, просто непонятно, что. Мне кажется, я сейчас лоб перебило больше, чем мне. Не, я так-то бежал, по мне начали отрабатывать, я как раз лег, но. Ладно. Я тоже по своему люблю отрабатывать, так что не мне говорить. А, Иванчика убили, по-моему, не? Да, он умер, он ушел в канал с ним. А, он вышел просто. Так, замес пошел какой-то там. Иванчик помер, что ли? Да. Ну, по БМП по нему. А что его здесь нету? А он вышел. Обиделся, наверное. А, да-да, Team Kill все-таки. Так, разменялись. Чего? Он там летел в голову, ну ладно. Какого хуя, блядь, никто. А, все, помер, все. Я-то подумал, блядь, ничего за бред, ты уже, блядь, накидался такой. Ну. Да, а что у вас за другой всегда один бегает? Оккупанта один бегает? Ну, думал, что... Оккупанта, я думал, что это свои бегают. Подпал. Махнул на зушки. Окей, у тебя завис, братан. Паш, что у вас опять метки у всех вообще в чат? Это вам не нравится? Ну, нет. Неинтересно. Нет. Насчёт кристаллы, это сильно как-то, блин. Да. Разобрался. Прась! Я тебя стреляю! А кто был на севере от восточной зоны сейчас? Блин, жалко.
На север? Да, от восточной зоны. Мы его смотрели перед тем, как меня убили. И что, кстати, не перезахватывается? Захватывается зона. Кто? Кто на север? Кто сказал, что захвачен, типа, значит, восточный захвачен. По своим. Это Иванчик, Иванчик ДДЗу кинул. Иванчик ДДЗу, да, жёсткий. А что ты у не... Он Тигран говорил, то, что ты это, ты у... Он у Паши сосед, короче. Насчёт этого. Не, норм, норм. А, всё да, норм. Он ещё сказал, короче, я у Паши спросил, Паша сказал. Мама бьётся, блядь. Чувак, все матерят, да? Все, особенно Иванчика теперь не будем гнать. Гнать? Не будем гнать? Говорю, он будем гнать. Как мы заубили? Свой? Нет, а, или свой, а нет, не свой. Тимкилы процветают с такой формой. Да, форма вообще разная, ты чё? Вот смотри, зеленая у атакующих совсем темная. Уйдет туда, играет. О, а что это у вас так да. много осталось? Я думал, вас соединить. Да, что я тоже хочу, многовато. Так потому что вы все на альфу. Мы вышли, пошумели, вас приманили, вы туда все пришли за правильное и все. Не прогали же, что? Ну, прогали. Я думал, тут везде свои вокруг. Вот еще один. Я понял, что побежал, думал, все окей. Ай, ё-моё. Убили. А никого это за бота зашел или не на них такой? Был такой. Бота убили. Да ладно, что-то не БХ убило, нет? А, не, или не может, не знаю. Нет, его с калаша какого-то забыл. Ну, ладно. Ладно, давайте, господа, я пошел. А, он живой? Окей. Одним выстрелом его положили, и он еще ранен. Ему в голову попал. Да. Нормально. Он прям в пузе дырка одна видно. Нормально, нормально. Чё-то как он в зоне сидит, да? Наверх. Хотя ещё кто там? Только на КП было человек 20, да. Осталось как-то 4. Это все цели-то по краям. Кровь, из-за которого мы не можем уйти. Из которого. Банзай, представляешь, если бы они были вообще за кругом, а вы в круге. Триггеры починили, что ли? А то Иванчик говорит, что захватываешь восток, а красный запад. Ну, починили. Мне нуклеир скинул, значит, отправленную версию. Ну, как-то, не знаю. А мы как долбоёбы запад захватили, мы на восток побежали. Думаем, чего он не захватывается. Так, да, Иванчик говорил. Окей, все. Бан, можно ему дать? Да, пожалуйста. В принципе, за него там на западе сидели. Ой, на востоке. Прайса ранили он. Прайс вообще молодец, он по нему стреляет, он такой ГПшкой выстрелил в другое место, перезаряжает ГПшку, по нему продолжают стрелять, он такой убил того чувака. Гон за гон. Это просто он жесть какая-то. Здесь переломан. Да-да. У него рука такая немножко поразила, но это нормально. А сколько надо человек на захват? Кто тебя? Никого не должен. Кто тебя убил? На два больше. А. Что за? Тебя кто? Ну какой-то гражданин под деревом сидящий, самый первый. Самый первый контакт, я умер. То есть самым первым меня убили. Гон за бессознанки, все. Красный экзамен. Значит, да, гон защищается, наверное, живым еще. То есть... Нет, он просто всего один, а надо быть двое, на два больше. Ну никто не хочет больше заходить, боится. А ну и бинокль опять смотрел, уже всюду смотрит бинокль. Ну а как же? А куда они смотрят, начнем с этого? Ну будем трубы-то... Трубы-то есть у вас вообще? У нас ни одной трубы не было, они как бы должны быть, у нас есть помощники. У вас БМПшка, у вас зуха. Хотя бы тогда уберите помощника дотометчика, потому что помощник дотометчика, у них есть снаряды для этого. Вам что ли нести? Да. Сейчас ворон может зайти вообще просто шикарно. Кучегаров, кучегаров, кучегаров есть.
Козун, чё ты так, а? Чё так? Ну, сидел прям на капитанской. И Гонза решил, ой, и Гонза решил повернуться с задницей. Давай, Ворон, влетай. Кстати, а туда. На вопрос такой. Он, кажется, первый удар. Да. Вот, смотри. А по нашей точке, где сейчас... А, нет, нет, потом. А чё, бэх бахнули? Нет.